Дорогие друзья, одна очень-очень красивая девушка пела в караоке, забыла мотив песни. И что вы думаете, как караоке-машина ее оценила? В 100 баллов. За что? За красивые глаза. А если мотив забывают гламурные девушки, то на экране появляется надпись. Ой, все. И такое бывает. Не хабар в эфире, друзья. Смотрим. Вы смотрите караоке-шоу «Не хабар». И сегодня мы выбираем 17-го участника 1/4 финала. И на это место претендует победительница понедельника Лилия Закыбай, победительница вторника Сауля Идрисова, победительница среды Гаухар Уразова и победительница четверга Виктория Паламарчук. И это замечательно, дорогие друзья. Как вы уже поняли, сегодня у нас пятница. И, конечно же, чисто женский эфир. Будет весело, задорно. Мы сегодня не работаем, мы сегодня отдыхаем и поем. Ну что ж, а я хочу сказать, что моя замечательная соведущая Анель Аринова и я, скромная ведущая блондинка Яна Бабрыка, сегодня немножко повоюем, потому что я сегодня забрала двух девушек в лице Сауле и Лилии. И самое главное, она забрала все чувства. Она меня не чувствует. Я хотела сказать, дорогие телезрители, что сегодня мы боремся, а боремся за контракт с телеканалом Hit TV. Но это вы боретесь, а мы просто поем и отдыхаем. А, да, ты сегодня отдыхаешь, а я так буду бороться, потому что я люблю побеждать. И, естественно, я буду поддерживать Гаухар и Викторию. Ну что, Яночка, будем начинать и, наверное, конечно, разойдемся к своим конкурсантам под музыкальное сопровождение бенда Hit Band. Ну что, мои красавицы, будем знакомиться? Так, Гаухар Уразова, вы стали победительницей среды. И выбор в вашу пользу сделал российский певец и композитор Слава Басю. Было трудно обойти вот, ну, таких мощных соперников, как Сагын и Александра? Честно, я об этом не думала. Все хорошо спели, я просто... Как? Пела хорошо? А вы себя? Просто на самом деле отдыхали. Да, я просто пришла, чтобы просто отдохнуть, спеть вот радостно. Что нужно сделать, дорогие телезрители. Нужно петь душой, нужно петь сердцем. Боже, и какой это будет отдых. Давайте все-таки посмотрим, как же Гаухар выступала в среду. Браво! Анелечка, а можно я задам вопрос? Хорошо. Дело в том, что когда выступала Гаухар, я была в эфире вместе с Антоном, и я помню вот эту волшебную шляпу такую, которая, в общем-то, возможно, и дала возможность вам победить. Вы верите вообще вот какие-то талисманы, амулеты? Сегодня вы пришли без ней, но я вижу такую же шляпу на Ярославе Фридмане, на нашем саксофонисте. Вы ему подарили эту шляпу, да? Сейчас обратно заберу. Потому что, мне кажется, вот такая везучая шапка, спасайка, можно так сказать, нет? Все возможно, да. Но вы вообще верите или думаете, что нет? Все зависит только от человека. От его настроя. Ну, я думаю, от внешне это тоже зависит. То есть, то, как ты одет, стильно, не стильно. Нет, но я думаю, для артиста в любом случае важно, как он выглядит. Потому, и даже не важно, что поет. Иногда для женщины важно, как она выглядит. Бывает такое. Я самое главное красивая, да? Я самое главное красивая сегодня. Ну, я думаю, что симпатичная. Но мы переходим к следующему, прошу прощения, нашему участнику. Это Виктория. В переводе победа. Вы привыкли побеждать? Это моя привычка ежедневная. Ежедневная? Конечно. И что же ежедневно вы побеждаете? Себя. Лень? Так, ну, смотрите, вы выступали вчера. Вот вчерашний настрой, он остался? Он остался, и он присутствовал со мной 3 часа ночи, я не могла уснуть. Энергия. Энергия. И так. Сегодня вы проснулись, вы выспались? Выспалась. Хорошо поели? Хорошо поела. И пришли побеждать?
Не всякого сомнения. Давайте, дорогие телезрители, посмотрим, как же выступала Виктория. Вот, Яночка, я и познакомила дорогих телезрителей с моими конкурсантами. Твоя очередь. Но я хочу сказать, что, безусловно, твоя команда очень сильная. Сильные соперницы. Но и мои девчонки, ох, какие сильные. И что они сейчас будут делать? Я думаю, что будут удивлять публику. И, во-первых, вы как-то вот так прям вот как две подружки. Два зайчика таких, да? Да. И, кстати, обратите внимание, друзья, сегодня у нас такой длинноволосый эфир. Мы сегодня все с роскошными гривами. Это прекрасно, по-моему, это да? Очень круто. Мы вот верим в удачу, на самом деле. Но, Лилечка, давайте мы с вами немножечко пообщаемся и расскажем, что вы победительница понедельника. У вас было достаточно времени, чтобы подготовиться к сегодняшнему дню. И наверняка вы, конечно, отслеживали каждый эфир. Вторник, среду, четверг смотрели, да? Да. Как выступали другие конкурсанты? Вот что бы вы хотели отметить? Сильные, и мне очень удивило, что в этом неделе, на этой неделе все девушки выступают. А нас-то как удивило, вот представляете? Женским батальоном мы сегодня. Сегодня будем править зажигать. Балом и, да, зажигать, потому что сегодня пятница, нужно поднимать настроение нашим телезрителям. Кстати, вы тоже можете нам поднять настроение, голосуйте за наших девчонок. Сегодня никаких баллов, только ваши лайки. Заходите на сайт hittv.kz и, пожалуйста, любуйтесь на наших красавиц, смотрите и голосуйте. А давайте посмотрим ваше видео, Лиля, как вы выступили и как победили. Ну, было очень замечательно, на самом деле. Спасибо. Песня такая своеобразная, но, тем не менее, она принесла вам удачу. Это прекрасно. Сауле, как вам выступление Лилии? Вы смотрели эфир в понедельник? Да, смотрела. И как, отлично. Наверное, думали, ух, какая вот, надо же как спела. Ну, я бы лучше спела, ведь я же вот такая вот вся воздушная. И сережки у меня почти как у ведущей Яны Бобрыка только делала. Шучу. Ну, если честно. Мне понравилось выступление. Я рада, что мы познакомились здесь. Что мы выступаем вместе. Ну, я смотрю, вы прям сдружились уже. Да, мы сдружились, решили сделать такую общую деталь, чтобы гармонизировать. Ну вот видите, как много пользы несет наш караоке-проект. Во-первых, мы все заряжаемся позитивом. Во-вторых, мы находим новых друзей. В-третьих, вы становитесь популярными. Это же так прекрасно. Это круто. Уже, кстати, узнают на улицах-то? Целая же неделя у вас. Меня сегодня узнали. В магазине, наверное. Нет, или в такси. Я отгадала. Да, я села. Денег не взяли, наверное. Взяли, к сожалению. Бессовестный таксист. Верните деньги немедленно. А что за дело? Такая красивая девушка. Ну, в общем, ладно, любой труд должен оплачиваться. Это прекрасно. Давайте посмотрим ваше выступление. Друзья, все внимание на экран. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра. Останусь снегом на щеке, останусь цветом в тайге, я для тебя останусь светом. Очень душевно. Очень романтично, очень нежно. Правда, ведь, Анель? Не завидуйте тут нашей команде. Ну, а на самом деле, в принципе, возрасту зачем завидовать, да? Каждый возраст прекрасен, Яночка. Я говорю о том, что у тебя такие девочки, как маленькие такие девочки, такие лапочки, на них такие романтичные ободочки. Ну, стоит, дорогие телезрители, я хотела бы напомнить, что заходите на наш сайт hittv.kz и голосуйте за наших конкурсантов, потому что сегодня все решают только ваши лайки. Перейдем к нашему первому конкурсу. Каждой паре было дано домашнее задание. Девочки должны были подготовить и спеть специально для вас в дуэте, показать, насколько они могут вжиться роль, насколько они могут работать в команде. Золотые мои, что сегодня вы будете исполнять и насколько было сложно выбрать композицию?
Какую композицию вы будете петь? Мы будем исполнять Адель, Rolling in the Deep. Честно, мы сразу выбрали, когда вкусы совпали немного. То есть подождите, вы встретились? Нет, нет, мы все через WhatsApp. А, все через WhatsApp? Да. И получается, и вы отправили название песни, как-то вот так встречно это было? Я просто спросила, какие жанры она слушает, она ответила. А я написала Адель, и как-то решение пришло само собой. Да. То есть, я, как я понимаю, сложно моим конкурсантам не было. И петь, значит, нам не сложно. Да? Естественно. На самом деле, я считаю, что в группе петь довольно-таки сложно. Кому как? Ну, кому все как. На самом-то деле, вы мои подопечные, и я желаю вам только удачи. Все, давайте. Спасибо большое. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and stirring out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me your friendship. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, just bring me out the dark. The scars of your love remind me of, but they keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless, can't count feeling. Сегодня
сегодня праздник у нас. В эфире самое позитивное шоу «Не хабар». Отпели мои конкурсантки Гаухар и Виктория. Дорогие телезрители, заходите на сайт, на наш сайт hittv.kz и голосуйте, потому что сегодня ваши лайки решают судьбу наших конкурсантов. Ну, а далее будут петь конкурсанты моей соведущей Яны Бобрыка. Яночка, я передаю тебе флажок. Ловлю его здесь, на нашей кухне, мы сидим, попиваем чай и вообще абсолютно не переживаем, потому что мы знаем, что вы будете голосовать за наших замечательных девочек. А, кстати, девчонки выступили неплохо, команда Анель, и каждая девушка настолько разная, мне кажется, да, что Виктория, что Гаухар, и мне кажется, здесь вот не совсем такой дуэт, тандем получился, но это сугубо мое мнение, может быть, я ошибаюсь в глазах телезрителей, они думают, нет, это был прекрасный дуэт, но почему-то мне кажется, что вы сейчас сработаетесь лучше, потому что будем петь, какую петь? Бьянка. Когда поет Бьянка, всегда горячо, весело и так по-пятничному, я бы даже сказала. Как песня называется? А чё-чё? Да действительно, а чё? Да ничего. Пятница сейчас уже. Будем песню петь. Да. Готовы, девчонки? Да. Я думаю, лайв-бенд нам сейчас поможет, и мы будем наконец-таки веселиться. Поехали! У-ху! Так, давайте весело, задором. А чё? Анеля, кстати, тоже любит эту песню. Будем зажигать. Давай, будем зажигать. Ла-ба-ба-ба-бам, а чё-чё. Ла-ба-ба-ба-ба-ба-ба-бам, ла-ба-ба-ба-бам, а чё-чё. Ла-ба-ба-ба-ба-ба-ба-бам. Ай-яй, что же скажут люди? Вообще, я тебе не пара, я такая краля, и ты не тот парень. Уходи, нет, подожди, останься. Я скучаю, я хочу объяться. Жду тебя и пью этот какао. Я на тебя запала, как же я запала. А мне пофигу вообще, все на тебя залила я. А я все запомнила, каждую мелочь. Ну как тут забудешь, когда так любишь? Руки, глаза твои самые синие. Мама, спаси меня, гордость гости. А ты такой, ой-ой, что хочется плакать. Но я на мобильном, мне по барабану. Типа я не дотрога, и ты супер мачо. Играем, играем, а чё-чё. Походу все серьезно, много ем. И спать ложусь поздно, сотый раз. Смотрю на твою фотку, ты такой красивый. Без всякой обработки. Позвоню, нет, первая не буду. Выпью чай, вымою посуду. Ё-моё, когда ж ты проиграешь? И меня словами, а любви за спами. А мне пофигу вообще, всё на тебя забила я. А я всё запомнила, каждую мелочь. Ну как тут забудешь, когда так любишь? Руки и глаза твои самые синие. Мама, спаси меня, гордость, прости меня. А ты такой, ой-ой, что хочется плакать. Но я на мобильном, мне по барабану. Типа я не дотрога, и ты супер мачо. Играем, играем. Чо-чо, ла-ба-ба-ба-бам, а чо-чо, ла-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Ура, и-е, 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 а чо-чо, ну и чо. А мне пофигу вообще, все на тебя залила я. А я все запомнила, каждую мелочь. Ну как тут забудешь, когда так любишь? Руки и глаза твои самые синие. Мама, спаси меня, гордость, прости меня. А ты такой, ой-ой, что хочется плакать. Но я на мобильном, мне по барабану. Типа я не дотрога, и ты супер мачо. Играем, играем, а чё-чё. Каждую мелочь, ну как тут забудешь, когда так любишь? Руки и глаза твои самые синие. Мама, спаси меня, гордость, прости меня. А ты такой, ой-ой, что хочется плакать. Но я на мобильном, мне по барабану. Типа я не дотрога, и ты супер мачо. Играем, играем, а чё-чё. А чё-чё, да ничего, ничего. Отправляйтесь, пожалуйста. Браво, спасибо, девочки. Не хабар, не хабар, не хабар.
наверное, мы с моими красотками будем обсуждать данную песню. Выступали сейчас Лилия и Сауле. Девочки, что мы скажем по поводу их исполнения? По сравнению с нашей песней, у них очень энергичная песня, я думаю. Народу это понравится. Далее. Ну, далее. Мне понравилось их взаимодействие, как они общались, как они танцевали и как они смотрели друг на друга. Нет, на самом деле тандем, девчонки, получился. Вы молодцы, столько позитива, столько энергии. Самое главное, они очень шкодные, такие вот абсолютно им всё по барабану. Девочки, такие сладкие, вкусные. Большое спасибо. Какой предводитель команды, такая команда. Девочка, прости меня, Паша. Я шучу, конечно. Все молодцы и прекрасны. Просто каждая из вас сегодня уникальна и неповторима. Я хочу обратиться к зрителям. Голосуйте за всех наших девчонок. Потому что сегодня все зависит от ваших голосов. Посмотрите, какие красавицы. Как они пели, как они зажигали. Уже победительницы, правда? Естественно. Замечательно. Давайте тогда плавненько перейдем к нашему второму конкурсу под названием «Перевертыш». Сейчас я расскажу условия. Значит, мы приготовили для вас несколько композиций. Девчонки, слушайте все очень внимательно. Песни будут звучать в обратном порядке. Здесь игра на реакцию. То есть, если вы знаете ответ, каждый из вас, то здесь уже как бы не совсем командная игра, но тем не менее, да? Вы поднимаете руку, говорите кодовое слово «Нехабар» и правильный вариант ответа. Желательно назвать имя исполнителя или группы, или исполнительницы, скажем так. Все очень просто. Времени не так много, поэтому самое время начать наш конкурс. Да, вы готовы, девчонки? Гаухар, Виктория, вам все понятно? Да. Песни готовы. Наоборот играть, да? Мы готовы. Они уже, в принципе, на недельке соревновались, уже знают, что это такое. Поэтому, девчонки, слушаем внимательно, не отвлекаемся. Поехали, звучит трек. Нехабар. Опаньки. Лилия. Улетаю. Есть группа. А студию? Конечно. Браво, правильно. Я не могу без тебя. Правильно, а студию улетаю. Слушаем дальше. Давайте. Знает, поднимает руку, ну. Это мужской коллектив. Это boys band, российская группа. В этом коллективе участвуют... Да-да-да, Гаухар, говорите. Есть контакт. Говорите. Подождите. Нехабар, прошу прощения. Лилия была первая, подсказывает нам. Лилия, да, хорошо. Да, у нас есть контакт, понимаете? Нехабар. Молодец, кто это? Это, наверное, бэнд? Конечно, а песня? А песня вот... самая популярная. Она что-то там сделает. Она вернется. Конечно. Вот так. Она вернется. Отлично, давайте следующую композицию. Сейчас знакомая. Блин, крутится. У нас вся съемочная команда из 10 человек операторов подсказывает. На всех корпоративах зажигали. Нехабар. О, Лилия. Нехабар. Гаухар поняла или Лилия? Лилия, вот это Айса Чапего, нет, эта песня? Гаухар, какая? Айса Чапего, я Носа, подумала, Носа. Так. Правильно, почему вы такие у меня скромные? На самом деле, они даже знали, что поет группа M-Band, но Гаухар вот так скромненько. Я сомневаюсь. Не надо сомневаться, мы пришли побеждать, у нас соревнования. Конечно, девочки, на реакцию. Да. Слушаем дальше. Нет. Давай. Градус? Конечно, Лилия. Нехабар. Нехабар. Она знает. Лилия знает. Она уже назвала, в общем-то. Градусы. А песня? А вот песню я не помню, она крутится у меня на языке. Ну когда у вас нет одежды, вы какая? Голая. Молодец. Молодец. Я сам себе оставить банки сумею.
Отличный, отличный ход. Мы движемся в правильном направлении. Ну, по крайней мере, моя команда. Да, я хотела бы подбодрить своих девочек. Девочки, давайте включаться в борьбу. Хорошо. Слушаем дальше. Не Хабар. Так, снова это Лилия. Дима Билан. Дима Билан, да. Да, а песня? Песня тоже. Сейчас скажу. Давай, давай, Сауриш. На берегу? Нет, у нас, у каждого есть свои, и мы к ним всегда стремимся, мы хотим, чтобы они исполнились. Мечта? Мечта. Мечты. Тили. А, мечтатели! Ну, главное, что отгадали. А меня вот что удивляет. Команда моя, Анелька так подсказывает. Молодец. Я не с вами, я со своей командой. Эх, зря сказала. Чисто по-женски, зря сказала. Ну ничего, следующее. Самое интересное, последнее слово. Миссион, миссион. Девчонки сразу. Так, муси-пуси. Да-да-да-да. Катерин, Ян. А мы вот тут уже сказали. Мы уже спели. А кто был первый? Подождите. А редакторы, кто был первый? Сауле. Да. Кто первый сказал муси-пуси? Она. Вот, Сауле сказала. Она все. Ну, понимаете, а Виктория у меня тоже сидела и говорила. А мы не слышали. А мы громче говорили. Мы тоже не слышали. Но редактор нам сказал Сауле. Хорошо, давайте следующую. Я знаю. Не Хабар. Сауле. Мои? Кто? Да, Виктория. Сауле подняла руку. Таркан из... Говорим. Таркан? Таркан. Нет. Нет, нет, не Таркан. А мы знаем ответ. Похож. Нет. Кто Далее? Это? Сауле у нас первая подняла руку, ну, из нашей команды. Таркан. Так, да. Это... Рядом с Тарканом. Нет, это не Таркан, но похоже. Рядом, тоже такой рядом. Турецкий красавец. С именем фамилии. Мустафа Сандал. Конечно, а песня? Исьерум, или как? Я просто точно не знаю. Ну, почти Исьянкар. Мы турецкого не знаем, я только знаю. Ага. Как его зовут? А у меня, дорогие телезрители, для вас есть небольшое объявление. Продам мозги своей подруге недорого. Чуть-чуть. Реклама на Хит ТВ. Дорогие друзья, вы смотрите телеканал Хит ТВ и самый веселый и позитивный караоке-шоу проект «Не Хабар». У нас сегодня 4 конкурсантки-победительницы, недели победительницы дней с понедельника по четверг. Сегодня они сражаются, и сейчас у нас второй конкурс. Давайте мы его продолжим. Как-то весело у нас здесь в студии. Еще 3 песенки отгадаем. Ну а дальше, ох, как будет интересно. Все зависит ведь от ваших голосов. Голосуйте за наших участниц прямо сейчас, пока еще есть время, друзья. Потом голосование уже, к сожалению, закроется. Готовы, девочки, продолжить? Да, отлично. Да, тогда мы готовы, всегда готовы. Поехали. Есть. Не Хабар. Лилия, девушка с прекрасным цветочным именем. Лилия. Потап и Настя Каменских, бум-бай, бум-диги-бай-бай. Откуда она все знает? Лилия, вы откуда такая? Бум-диги-бай-бай, зажигай, любовь моя, засыпай. Она вот на этом месте очень известная, когда бум-бай начинает. Вот, и главное, голос-то Каменской можно узнать, конечно. Яночка, у тебя в команде сидит феномен. Да она просто молодец, знает все песни. Что здесь такого? Это прекрасно. Да, мы идем дальше и слушаем следующее произведение. Я знаю. Не Хабар. Не Хабар. Не Хабар. Вот они сразу так. Не Хабар. Лада седан, баклажан. Здесь не отгадать. Лада седан, баклажан. Отлично. Да, ну думаю, что следующую композицию Виктория просто должна знать и отгадать. Слушаем. Слушаем.
Хабар. Да, Виктория, слушаю. Это Лара Фабиан. Да. ЖТМ. Браво! Но хотела сказать телезрителям, что с огромным отрывом, вот прям с огромным отрывом победила команда моего соперника. Яна, я поздравляю твою команду. А вот потому что мы на самом деле, видите, как-то и не напрягались, как-то все так легко. А когда легко, всегда, всегда будет победа. Запомните это, друзья. Ну что ж, девчонки, я вас поздравляю. Спасибо. Молодцы. Спасибо. Держим, держим марку до конца, как говорится. Ну что ж, а мы сейчас хотим отправиться на чердак и попрощаться, к сожалению, попрощаться с командой Анель. Лайфбэнд, помогите нам, пожалуйста, поддержите. Ну что ж, вот так получилось, прям моя команда пошла за мной и решила уже прощаться, представляешь, сразу, с нами. Да, вот видишь, как вот поддержали тебя. Сразу, да. Не расстраивайтесь, все нормально. Нет, хочется сказать, что, конечно же, девушки, вы были прекрасны. Вы каждая индивидуально, и у каждой свой тембр, свой стиль. Держите просто до конца, идите до конца, и обязательно победа будет всегда с вами. Ну вот на этой печальной ноте, наверное, пригласим девчонок на сцену. Давай, будем приглашать. Пойдемте к нам скорее. Виктория Гаухара, сейчас вы можете обратиться к телезрителям. Подожди, Яночка, ты вот так... Сегодня моя сведущая вот бежит впереди паровоза. Да, я хотела бы позвать команду моей соведущей девочки на сцену. Лилия Саули, идем к нам. Сегодня, дорогие телезрители, все решают ваши голоса, все решаете именно вы. Вот так. Что... Да нет, дело в том, что, друзья, на самом деле мы хотели подыграть, ведь сегодня девчачий женский эфир, и мы, как чистые женские коварные такие штучки, решили пустить в ход. И на самом деле сейчас будет скриншот на экране, и мы посмотрим, возможно, именно команда Анель пройдет вперед. А мы, может быть, с вами попрощаемся. Ну, так, возьмем, давайте возьмем, вот сожмем кулачки и раз, два, три, смотрим, кто же будет впереди. Давайте подведем итог. Итак, за Лилию Зикибай проголосовало 233 голоса, Саули Идрисова 205 голосов. Общая сумма 438 баллов. Ну, довольно-таки неплохой результат. Так, замечательно. Так, моя команда Гаухар Уразова 66 лайков и Виктория Поломарчук 564 и в сумме 630 лайков. Вот такой вот небольшой розыгрыш в пятницу сегодня был у нас, дорогие друзья. И, конечно же, для меня, как моей команды, в общем-то, печальная эта новость. Потому что по итогам зрительского голосования победила команда Анель. Вот эти вот роскошные девушки Гаухар и Виктория сейчас будут продолжать наш замечательный, веселый и прямой эфир, что очень важно. Ну, а девчонки, как бы ни старались, как бы ни зажигали, все-таки, наверное, нужно было стремиться к победе, да? Нет, на самом-то деле они стремились к победе. Самое Жаль. Главное, не расстраивайтесь и идите вперед. Ну что? Спасибо. Ну что? Вы можете передать приветы своим городам, своим друзьям, которые за вас голосовали. Ну, надо было больше голосовать. Как-то вот так. Скажите, обратитесь сейчас к ним. Ребята, большое спасибо, что голосовали. Я вас всех люблю. Спасибо большое всем, кто голосовал. Спасибо нашим семьям. Да. Мы вас любим. Девчонки, спасибо вам большое. Спасибо. Я думаю, мы все-таки с вами еще увидимся, потому что, возможно, зрители как-нибудь еще поднапрягутся и вернут вас. Как же моя Яночка не хочет прощаться со своей командой, но время пришло. Под музыкальное сопровождение нашего бенда. Давайте, девушки, до свидания. Пожалуйста, присядьте сюда, да. Гаухар. Ну что ж, сейчас условия меняются, дорогие друзья, и теперь вы выступали дуэтом, а сейчас вы будете выступать друг против друга. Вот вообще,
Такая ситуация сегодня сложилась на проекте впервые за 17 недель. А какие ваши ощущения? Что вы испытали, когда мы сказали, вы проиграли, команда Анель должна покинуть проект? Я так обрадовалась, типа. А я вообще расстроилась. Ну, ты-то понятно, а что девчонки испытали? Я не расстраивалась, если честно. Почему? Не знаю. А Гаухар сегодня весь вечер вот не расстраивается, улыбается во все свои 32 зуба. Ну и молодец, на позитивной ноте, отлично. Да. Виктория. А я расстроилась, я не за этим шла, не за тем, чтобы уйти. Так, ну а что, наверное, мы дадим вам шанс, и, дорогие телезрители, обязательно зайдите на наш сайт hittv.gz и голосуйте за наших участниц, Гаухар и Викторию. Они ждут. Ну, что, девочки, я думаю, мы начнем с Гаухар. Какую вы композицию подготовили, так, на всякий случай? И вот этот всякий случай как раз-таки сейчас и состоялся. Я выбрала песню «Синя» Чендлеры. Очень хорошая. У вас прекрасный, кстати, музыкальный вкус. Спасибо. Я думаю, что вот этот музыкальный вкус, возможно, и приведет вас к победе. Опять же, не знаю. Посмотрим. Спасибо. Берите микрофон, поехали. Мы желаем вам удачи, Гаухар. Держим за вас кулачки. Давайте зажигаем. Push it down. Say I'm the one for a good time. Call phones blowing up. Ring my doorbell. I feel the love, feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Throw 'em back to Alaska. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. I'm gonna leave like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist. Спасибо огромное, Гаухар, было замечательно и прекрасно. Присаживайтесь, пожалуйста, на свое место. И прямо сейчас у вас есть возможность буквально 15 секунд, чтобы обратиться к своим друзьям, для того, чтобы они вас поддержали, потому что голосов у вас было не так много. А за Викторию проголосовало, ого-го, какое количество. Всех своих знакомых, наверное, да? Гаухар, мы вас слушаем. Всех своих знакомых и сверх того, и знакомых мужа. Это правильно. Все ресурсы. Гаухар, давайте буквально несколько слов. Мне не нравится просить, но я прошу тех, кому именно понравилось, вот, поставьте, пожалуйста, лайки. Хорошо, Виктория, что вы сейчас будете исполнять? А я буду петь композицию Джеймса Брауна «I feel good». I feel good. Удачи! Ну что ж, пусть у вас все получится, Виктория. Давайте улыбнемся, а то вы как-то прям напряжены. Wow, I feel good. I know we are good now. I feel good. I know we are good now. So good, so good. I got you. I feel nice. Like sugar and spice, and I feel so nice. Like sugar and spice, so nice, so nice. I got you when I hold you. When I hold you in my arms, I know when I can't do no wrong. In my arms, my love can't do me no harm, and I feel nice, like
like sugar and spice. I feel so nice, like sugar and spice. So nice, so nice, I got you. Ох, как жалко, что песня закончилась, а нам так весело стало. Спасибо огромное. Виктория, да. Присаживайтесь. Вы довольны результатом, как вы считаете? Я считаю, что это было неплохо. Я это чувствую себя хорошо. Неплохо. А если по пятибалльной шкале примерно, что вы бы себе поставили? 4.5. А, вот так прям 4.5. Да, я зануда. Я люблю, чтобы идеально все было. Ну, я думаю, до идеала вам осталось совсем чуть-чуть, совсем чуть-чуть. А идеально будет, если вы вот победите сегодня. Скажите, пожалуйста, Виктория, вот вы озвучили, что супруга, друзей, всех-всех-всех подключили. А у вас супруг, он тоже поет? Он как-то вот с музыкой связан или нет? Мой супруг музыкант, он играет в бендах. А вы вместе с ним не выступаете там на мероприятиях, еще где-нибудь? Я мамочка в декрете, меня не берут. Я думаю, что Виктория самая большая фанатка своего супруга. Нет, а я думаю, что после сегодняшнего эфира и предыдущего муж посмотрит, задумается и скажет, да сколько ж можно дома-то сидеть? Давай работать уже, зажигай. Яночка, ну что ж, а у меня, да, есть информация. Чемпионка мира по прыжкам в воду закидывает пельмени в кастрюлю без брызг. Я думаю, что мне надо этому точно учиться. Реклама на телеканале Hit TV. Ну, а мы напоминаем, что сегодня мы определяем 17-го участника 1/4 финала. Но прежде чем мы остановим голосование, напомню, что 18-го участника должны будете выбрать именно вы, дорогие телезрители. Друзья, заходите на сайт hittv.kz в понедельник, особенно в понедельник, то есть с понедельника по четверг вам нужно будет голосовать за всех конкурсантов, которые вам очень, ну, как за всех, выберите кого-то одного и за него голосуйте. И, возможно, именно он станет 18-м участником и попадет в следующий тур. Это будет замечательно. И, конечно же, в четверг мы озвучим этого счастливчика. То есть голосуйте, как вы поняли, с понедельника по четверг. И в четверг мы уже озвучим имя нашего победителя. Да, то есть тот конкурсант, который наберет наибольшее количество лайков, в общем-то и прорвется в следующий тур. И, возможно, получит контракт с телеканалом Hit TV. А сейчас самое время приостановить голосование сегодняшних наших участниц и, наконец-таки, озвучить имя той роскошной певицы, будущей звезды, возможно. Да, возможно. Которая порадует нас своими хитами и отличным настроением. Яночка, я предлагаю вот сделать все как по стандарту. Посчитать от 10 до 1. Как ты думаешь? Давай, начинай. Давай. 10, 9, 8, 7. Мы как в школе. 6, 5, 4, 3, 2, 1. И мы останавливаем голосование. Все, и сейчас, дорогие друзья, все внимание на экран. Мы смотрим, сколько же голосов заработала Гаухар и сколько Виктория. Итак, мы ждем. Раз, два, три. Вау, Гаухар Уразова, город Костанай, 162 лайка. Виктория Поломарчук, 567 лайков. И победительницей сегодняшнего дня становится Виктория. Просим вас на сцену, Виктория. Как ваше настроение? I feel good. А самое главное, помните начало программы? Виктория проснулась с хорошим настроением и пришла сюда побеждать. Ну вот, собственно, и победила. Вы сейчас можете снова обратиться к вашему супругу, к вашим друзьям и сказать спасибо, спасибо. Спасибо вам большое. Это вот, знаете, как в конкурсе красоты, когда надевают корону и говорят, вот ты победила, она так начинает плакать. Ну вот что-то в этом духе. Ну, как и короны Виктория... нету, я хочу сказать всем, ребята, вот вы... Молодцы, спасибо большое вам за все. Я просто не ожидала такой отдачи. Я подозреваю, что за меня голосовали бывшие коллеги, текущие коллеги, бывшие коллеги подключали своих каких-то знакомых. Это хорошая работа. Спасибо вам большое. Сплоченный да. коллектив друзей, я бы даже так сказала. И так как сегодня у нас была вечеринка одних девочек, я хотела бы пригласить вашего коллегу сегодняшнего дуэта Гаухар на сцену.
Да, чтобы вам не было одиноко, чтобы вы постояли вот с победителем, знаешь, чтобы мне кажется, зарядились. Что Гаука, да, на самом деле не расстроилась. Как-то вот она так спокойно, все у нее так гармонично. Вы знаете, это просто великолепный пример, да, для многих других конкурсантов, участников, или вообще у людей, у которых сегодня что-то не сложилось. На самом деле, главное работать, идти вперед, всегда улыбаться и относиться легко к любой ситуации. Конечно. Правда ведь? А, ты знаешь, это хорошая школа, относиться ко всему легко. Этому нужно учиться. Да, ну не спешите переключаться, дорогие телезрители, потому что далее вы увидите наших коллег Дану Бектурган и Нуржана Аташа. Встретимся в понедельник в четвертьфинале. Удачи! Друзья, всем хороших выходных! Каждый день смотри, не хамай.